Отметить новоселье в новый детский сад пришли больше 50 малышей. От новых ярких игрушек Глеба Жохова просто не оторвать. Здесь и большие машины, и корабли, и куклы. Больше всего малышу понравились яркие кубики. Теперь за сына спокойно, говорит его мама. Очень здорово и родителям, и детям, потому что очень хорошие группы подготовлены. Для меня, как для мам, допустим, такие вещи, как теплые полы, очень важны, да, они здесь есть. Конечно, детям будет удобно. Эти малыши еще не знают, что уже академики. Попали они не в простой садик, а в настоящую академию, хоть и детскую. Раньше в этом здании располагался детский сад 124. Несколько лет помещение пустовало. В прошлом году сделали капитальный ремонт, утеплили фасад, заменили полы, оборудовали игровые группы и пищеблок. Обучать детей здесь будут по особым авторским программам. Здесь у нас сопровождение в основном идет психологическое. Трое из воспитателей сами по себе являются еще и методистами отделения психологического сопровождения образовательного процесса. То есть они являются психологами. То есть тем и надежнее будет образование наше маленьких дошколят. Этот детский сад не последний. В этом году в Самаре запланировано открыть более 2000 мест для дошколят. Конечно, мы немножко не успеваем за тем количеством детей, которые рождаются в Самаре. Это очень хорошо, нас это радует. Мы этих трудностей не боимся. В наших планах открытие новых садов. Будем выходить на показатели 2000 мест в детских садах ежегодно. Поэтому здесь волноваться не стоит. Мы готовы к любым демографическим взрывам. За последние несколько лет при поддержке губернатора области Николая Меркушкина только в Самаре очередь в детские сады сократилась на 18 тысяч человек. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков. События.